Привет, друзья, привет. Всем привет, привет, привет. Так, мне много сообщений в WhatsApp пришло. Почему-то не в директ, а в WhatsApp. Но в директ там тоже приходили. Одно или два. Вот. Отвечаю по поводу Оли Жариковой. Ну, естественно, в контексте человеческого фактора, конечно, переживал, что попала в аварию. Вот. Но я так понимаю, что все в порядке, все нормально, все хорошо. Ну, как хорошо, машина разбила. Вот. А так, ну, я имею в виду, что все нормально со здоровьем. Ничего серьезного. Вот. Мы с ней не встречаемся, мы с ней больше не вместе, наша история закончилась. Теперь вот. Он со мной. Да, да, да. Ребята, вам выходить здесь. Да, мы здесь выходим. Блин, почему у меня вот сообщения раз вот сверху висят, а... Никто здесь не пишет, водитель огонь. Ну скажите, что водитель огонь, а то он нарвается на комплименты. А так напишите, водитель, фу. Ну, один нойс для меня. Один маленький лайчик водителю. Саша, расскажи про НЛ. Оля, ну я говорю, Оля нормально. Вот. Мы пишем. Мы пишем. Там уже фу написали. Классный. На Рафаминскую тоже привет. Да это у меня нет зубы, мне все пишут зубки. Водитель фу. Нет, кто-то написал классный. Нет, вот, подожди. Кто написал? Кто? Подожди, да я видел этих фу. Я видел этих фу. Я заскринил водителю. А вот тем, кто написал классный. Лайк водителю, красавчик. Это для тебя, детка. Кстати, кто из Тобольска? Кто... А вообще, слушайте, вы знаете, есть такой фильм, вышел, «Братишка» называется. Вот. И, в общем-то, вот наш водитель там снимался в главной роли. Посмотрите фильм «Братишка», ребята, скоро вторая часть выйдет. Советую, рекомендую. Но не подводите меня, а то у нас это не приветствуется. Ну вот, кстати, не согласен со всеми теми, которые пишут, что водитель класс. Вот я тоже с этим не согласен. Ребят, не слушайте их, я с вами. Ты уже скажи, где нормальные ребята сидят. Нормальные ребята сидят. В общем, я в Москву приеду, вам покажу, где нормальные ребята сидят. Ладно, вон сзади нормальные ребята снял. Кстати, Андрюха тоже снимался в этом фильме. Блин, ничего себе. Тебя спрашивают, водитель, ты женат? Красавчик. Нет, я холостой. Он холостой во всех смыслах этого слова. Что там? Пью. В смысле, обручального нет. Уже говорил про фильм, расскажи про НЛ. А, в общем, НЛ International, это... Все расскажу, все это, покажу, да, это сетевой маркетинг, который я развиваю. Бизнес, ну, на самом деле, короче, для меня нет лучшего бизнеса. Саня, ты был в Кубинке, НЛ, да, был я в Кубинке, да. Вот, и если нужно кому-то подробности по поводу НЛ International, пишите, пожалуйста, мне в WhatsApp 8-964-777-7083. Вот, по поводу, да, еще раз, по поводу Оли Жариковой. Она разбила машину, она попала в аварию, вот, случилась неприятная вещь, да, я за нее, конечно, естественно, переживал, ну, вообще, блин, не знаю. Да, человеческий фактор, вот, с машиной, конечно, не все в порядке, вообще, прям вообще не все в порядке, но с Олей, я так понимаю, что все в порядке, потому что она там посты выкладывает и все такое. Так, познакомимся поближе. Серьезными делами надо заниматься. Серьезные дела, серьезные деньги. Погнали, ребят. Вот они так. Так, писала уже. Ты мне в WhatsApp напиши 8-964-7777-083. Вот. В общем, друзья, мы идем сейчас...
Да, и покажи им серьезно нормальных людей. Ребят, мы сейчас идем. Кстати, я сейчас покажу один нереальный палисадник, да. Это вот. Палисадник моей мамки. Что ты знаешь про мою мамку? Это палисадник мамки моей. Она держит этот район. Да. Короче, у Лёши мама на самом деле держит все палисадники на районе. Ну просто мамка. Да, да, да. Ну, правда, уже холодно, но вот, короче, палисадник. Вот, красивый такой. Мама все делала сама, своими руками. Ставьте палец вверх, подписывайтесь там на маму. Да. Мы сейчас в городе Тобольск, это Тюменская область. Вот. Так, вроде сейчас написала, да, мне еще раз? Ну, я сейчас я тебе отвечу. Сейчас закончу. Номер 8-964-777-7083. Сейчас может, кстати, связь пропасть. Вот. 964-777-7083. Короче, кто из Тобольска? Мы сегодня с 15:00 по тобольскому времени до 20:00 будем в офисе в торговом центре «Югра». Так что приходите к нам. Вот. Да. Уже по полстраны посмотрели. Да, да, да. Я сейчас скажу, сколько посмотрели. Вот. Почему с Олей не помиримся? Ну вот потому что вот так вот. Все. А вот там можешь посмотреть? Вот. Ладно, друзья. Здравствуйте. Да, это мама Лёши. Всем привет. Это ее палисадники. Она крепит все палисадники на районе. Смотрите. Вот. Это мой номер телефона, мой WhatsApp. Ну, то есть на него по телефону нельзя позвонить, можно написать WhatsApp. Все, друзья, всем привет, всем хорошего.